Герань – типичный резидент подоконника в домах любителей комнатных растений в нашей стране, поэтому сегодня мы хотим рассказать об эффективных натуральных подкормках, которые лучше всего подойдут этому прекрасному цветку. Удобрения, основанные на натуральных ингредиентах или простых аптечных средствах день ото дня, становятся все более популярными. Это вполне понятно, если учесть ряд их несомненных преимуществ – недорогая цена, легкость приготовления и отличные результаты. Самыми полезными для пеларгонии будут следующие средства. Одну каплю йода и 1 мл перекиси водорода добавляем в литр отстоянной воды. Полученным раствором поливаем почву по краю горшка, избегая его попадания на зеленые части растения. Важно помнить о том, что грунт необходимо увлажнить за сутки до внесения этой подкормки. Одну ампулу витамина В6 растворяем в 2 литрах воды и обильно поливаем герань. Это укрепит ее иммунитет и спровоцирует пышное цветение. 100 мл молока разводим в 1 литре воды. Данное удобрение используем для полива, чередуя его с обычной водой. Так мы сможем защитить пеларгонию от риска развития многочисленных заболеваний. Половину грамма порошка борной кислоты растворяем в 1 литре отстойной воды и поливаем растения. Такое средство многократно увеличивает количество завязей. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.